Есть у нас 7 привет, ребята, очередная посылочка из Китая. Извините, уже не буду вскрывать, знаете, все мне пишут, что долго и нудно. Скажу честно, за чего я купил. Из-за технологии экрана. Здесь используется другая, не та, что в дешевых, скажем, часах, что мы попривыкали. Будет в теории все по-классно. У нас указано, что измеряется там и кислород, и все полностью. Спецификации я попытаюсь сделать, чтобы сбоку и шли экранчик в красивый и крупный идет, и самое главное, что в кругленький, знаете, вот все их любят. Единственное, что мне изначально вот не нравится в то приложение, что здесь используется, вот, ребят, и все. Так, здесь указано, есть плюс еще на упаковке за компанию, ну, чуть-чуть указали спецификации, но по факту, я не знаю, автофокус включается. По факту я вам скажу, что, знаете, в чем прикол, что у китайца указаны в такие спецификации, а здесь в конечном итоге оказались чуть-чуть в другие. Из этого, вот честно, я не знаю вообще, в чем закончится. Комплектация их. Естественно же, в питание идет, честно, к таким, ну, к такому типу питания я отношусь вообще в критически, вот мне вот не нравится, вот неудобно. У нас есть интереснейшая инструкция для тех людей, кто любит читать, читайте, будет интересно, знаете, за компанию и китайский еще изучите. Вскрываем. Здесь первое, что, знаете, хотелось бы сказать, что классно, что вкрепление из металла идет по качеству исполнения, ну, в целом, вполне приемлемо. Здесь у нас питание идет и с датчиками. ЕКГ, кстати, у китайцев вот не указано. Указана длина, если что. В чем плюс, если захотели, то, естественно же, купите из металла, измените, чтобы симпатичнее было. Сделаны полностью все из металла, что смотрится, вот, знаете, так, ну, вполне уже вот круто. Вот я сейчас с такими из металла идет и смотрится, ну, чуть, нет, даже не знаю, вот, что сказать. Так, что у нас интересно? Динамики оказался здесь, с микрофоном и две кнопочки. Попытаемся включить их сразу. Раз. Включаемся. Так, я не знаю, что там указалось, извините, вот не успел. Так, и указано, что мы включились к приложению. Кстати, всем для информации, в приложении, что используется в часах с названием Wear Fit Pro, указывается аккумулятор и с циферблатами. Уже включаем и ждем, что, ребята, естественно же, вот долгую и нудную рекламу. Из-за этого, я так думаю, что лучше упустить или нет. 5, 4, 3, 2, 1. Ну ладно, уже будем ждать. Крестик нажимаем и в циферблаты. Большинство, знаете, у них платные идут, но вот, знаете, если покопаться, у них вот есть те, что покупать вот не надо, и иногда вполне симпатичные и красивые оказываются, знаете, из этого я бы вот, ну, вот не кипишевал, чтобы изначально. Здесь включается погодка у нас есть, здесь включаем, чтобы у нас приходили и звонки, и все полностью, но вот глянем, что же и с приложением у нас. Смотрите, честно, испортилось вообще в приложении окончательно уже. Так, контактам разрешаем доступ, типа, не знаю для чего. Но в чем плюс, смотрите, из Телеграма приходит, вот, все-таки, ну что, все им пользуются. Здесь включается в будильник у нас есть, здесь у нас, кто лекарства пьет, то в теории окажется комфортно. Включаем в поиск их, что включается. Кстати, и вполне, знаете, чувствуется, что идет, ну, вполне комфортно. Включение экранчика, он окей, в контакты. Давайте плюс, контакты, поиск. Сюда, Леонид. Что вкинули в контакты для спортивного интереса, а вдруг все-таки же включается. Тут мы включаем, чтобы в конечном итоге в приложении вот не выгружалась из системы. Ребят, если что, включайте вот здесь и замочка. Для спортивного интереса включаем по установках Bluetooth. Смотрите, чтобы взглянуть, оказались ли они у нас тут. Но изначально вот я включил и пока их еще вот не увидел. Тут есть все полностью в другие, но вот нет такие. По экранчику он здесь, я вам скажу, что, вы знаете, вот с такими и с красивыми цветами идет. Экран тут вообще, что бомба.
Вот я так думаю, что, знаете, и читаемость на улице будет, и в любых условиях его, вот просто вот чтобы глянули, до такой степени вот чувствуется, что в технологии экранов все-таки, знаете, даст она чуть-чуть побольше, но и в любом случае. Ой, и такой еще есть, такой. Все. Управление из музыки нет. Вот знаете, какой самый интересный, мне кажется. Вот этот сейчас, что включаем, у нас указывается и дистанция, и калории, и включается и будильник, и, ну, все плюшки, а телефон включается в контакты. Вот единственное, с локализацией, не знаю, из-за чего изначально вот не включилось. Спускаем шторочку. Вот смотрите, указано, что все включено. Захотели изменения экрана и делаем светлее еще даже. И такое, что включается, в телефон включается. Так, здесь, я думаю, эта функция всегда включенный экранчик, ребят, идет, но изначально включать вот не будем. Кстати, в чуть-чуть, честно, вот все изменилось с тех пор. В бок включаем управление из музыкой, и что указывается, что мы с Bluetooth изначально вот не включились. В таком случае делаем что? Включается тут смс-ки. Ага, так включается управление у них, да? А где здесь управление? Вот мне же интересно. В пульс измерения есть, в телефон вот есть. А где включаются установочки? Нет. А эту кнопочку нажимаем. Ага. И включаем. И смотрите, что у нас все делается. Честно, я говорю, вот включаю, знаете, и знакомимся все за компанию, и вы, и я. А крутится. Видите, в чем плюс? И захотели еще управление и с колесиком у нас идет. Здесь включаем, чтобы, естественно, у нас оказался вот русский язык. Окей. Окей, я включил, чтобы русский был. И смотрите, все, что включение экрана у нас идет и яркость, сброс есть, включается информация, если есть. Ну, знаете, вот есть же люди, кому все-таки окажется интересно выключение. Звук, если захотели, то и включается и такая штука. Окей, но изначально ищем что? В Bluetooth. Честно, к кнопкам, конечно, к управлению привыкнуть тут чуть-чуть неудобно. Так, изменение экрана, здесь тишина. Ищем Bluetooth, чтобы был пункт. Настройки, настройки, настройки. Кстати, знаете, впервые с чем сталкиваюсь, что вот нет пункта Bluetooth, контактное лицо, клавиатура. Не то. Не сюда. Что будет, если так? Вот смотрите, если захотели, то включается оно еще вот такими пунктами. Я думаю, что все-таки для управления окажется вполне в комфортнее. Для кого-то у нас и секундомер есть, и таймер управления с музыкой. Кстати, с погодкой включается и показывается, что вполне симпатично. В калькулятор у нас есть, смс-ки включаются. Вот единственное, а где же включается Bluetooth? Отчет давления в телефон. Ну, в таком случае это 100% включается где-то в настройках. Настройки. Есть. Сброс. Всегда включенный экран. Яркость. Постоянно светлый. Вот это всегда функция включенный экран идет. Время отключения, напоминание о здоровье, определение кнопки. Это включаете управление нашей кнопкой и что, и ну, в те функции, в какие она исполнять, что будет. Вот это, кстати, вполне интересно. Подключиться к телефону. Но мы что, включились. Вот единственное, я так и не понял, а где же. Так, ищем. Для спортивного интереса. Еще вот спорт, отчет. Ну, кстати, знаете, вот что-что из вибрации тут вообще бомба у них. Ну, блин, а как же включить по Bluetooth их? Нет. Шторка. Ссылка к приложению. Так. О! Вот этот пункт, я так думаю, наверное, сейчас мы включим и увидим. Да. Извините, вот, ребят, что долго думал, честно, знаете, вот я, ну, думал все в пункты, но вот не в то.
со старта всем для информации. Вы выключаете пункт здесь для того, чтобы все, что из телефона, вот не шло. И, кстати, функция включенный в дисплей и смотрится вполне симпатично, аккуратно и претензий вот не имеем. И теперь уже устало, смотрите, вполне в комфорте. Вот мы включаем и с музыкой, и в теории, вот если мы сейчас включим по музыке в телефоне, да, то в теории, вот знаете, она включается, изменяется, управляется. Но из-за плохого приложения, вот снова-таки, что я акцентировал изначально, вот здесь мы включаем, чтобы у нас управление из музыкой было. И в теории сейчас смотрите. Это честно, знаете, в китайцы всегда делают и чудят. Все слышат или нет? Динамик у нас здесь. И такое, вот видите, вот так, что включается управление из музыкой. Честно, сделано чуть тут неудобно, и в конечном итоге вы столкнетесь с такими с моментами, что все звуки, что вообще вот есть в часах, они будут идти из телефона. Вот это тут уже, скажем так, знаете, в большинстве окажется для кого-то в компромисс, что я не думаю, что окажется в кому-то в комфортненько. Кстати, если захотели, то и так еще что включается, и смотрите, и смотрится вполне симпатично. Так, и с погодой мы включали, и с телефоном в контакты. Ну и до спортивного интереса включаем, что включается исходящий, и скажете, что, извините, у вас закончились деньги. Бывает и такое вот, ребят, но вот что и как мы испытываем в телефоне в такой ситуации. Секунду, знаете, вот что меня здесь вообще, что в большинстве интересовало. Так, во-первых, вот как тушится экран или нет? Ага, что видите, заканчивается, вот если вы жмете долго, то в таком случае выключается. Вот, сделано чуть-чуть вот неудобно. Сделали вот, чтобы была эта функция, ну, вот тесно сделана вообще, что глупо и вот неудобно. Так, тут у нас что? Что включенный в Bluetooth, в теории у нас включены мы в переключение. Так, указано, что мы включены. И что меня изначально интересовало? Что же у нас, что будет указываться ли имя человека, кто звонит в конечном итоге? Вот сколько помню, вот знаете, в приложении вообще вот не указывалось, кто, ну, что звонит. Я специально вкинул телефонную книгу, ребят, и в теории будет указывать. И снова, вот, ребят, и столкнулись с моментом, что вот не указывается. Если захотели, то включайте. Окей, изменяется громкость у нас. Да. И все, одну секунду. И что, и как меня слышно? Алло, алло, алло. Ну, и снова, знаете, столкнулись мы с моментом, что часы, вот, в плане дизайна экрана вот сделано все и красиво, и круто. Экранчик вообще действительно классный и красивый, и яркий. Цена в целом вот не кусается. Но плохое в приложении в конечном итоге портит вообще всю картину. Знаете, хотелось бы сказать, что ну все классно. Но вот, ребята, это все-таки, знаете, я всегда, ну, я... Скажем так, вот здесь в большинстве компромиссы идут. У меня были часы из такой же технологии экрана, цена там не сильно вкусалась, но они в комфортнее и шли. В плане дизайна, я вам говорю, это просто вообще шикарнейше смотрится. Здесь в претензии вот не имею абсолютно. Но в кривое в приложение в конечном итоге сделать для вас, я думаю, побольше проблем, чем комфорт. Извините, что долго было, но я всегда акцентировал, что все, что вот не делается, это только для вас. Всем спасибо, пока. Вера.